Но подводили итоги для дачников вчерашнего буквально стихийного бедствия. Буквально через 5 минут в нашем прямом эфире гости, с которыми потоп будем обсуждать. В нашей студии появится Игорь Цедрик, директор по эксплуатации специализированного автотранспортного предприятия. Они должны воду в городе откачивать. Аркадий Волков, депутат горсовета и представитель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. И Роман Васильев, начальник дорожного надзора ГИБДД Красноярска. Свои вопросы задавайте на наш смс-сервис номер 9020 в начале ТВК «Пробел» и ваш вопрос или ваше мнение. Ну а прямо сейчас подведем некоторые предварительные итоги потопа. Сегодня эти цифры собирал мой коллега Захар Письменных. Итак, что мы имеем? Более 5000 обращений в службу 205. Почти 200 километров ливневых канализаций, которые в итоге не помогли. 15 единиц спецтехники, которая занималась устранением последствий стихии. 150 дорожно-транспортных происшествий. Ливень закончился еще вчера. Бригады работали всю ночь, говорят специалисты. И продолжали работать сегодня в течение дня. По информации на 20:00 в городе устранено 80% тех последствий, о которых жители сообщали накануне по телефону 205. Но мой коллега Захар Письменных сегодня проехался по городу и убедился, работы еще не початый ливневый край. Смотрим его материал. Естественно, со стихией справиться невозможно, и дождь никто не может остановить. Однако после вчерашнего ливня прошли уже практически сутки, и устранять последствия, из-за которых парализован практически весь город, никто не торопится. Если с водой не справляются ливневки, то с ветром не справляются вот такие старые деревья. Обычно жители жалуются на них в управляющую компанию, но убирают их только после сильного ветра и уже с детской площадки. Незащищенными от, казалось бы, обычных осадков в Красноярске до сих пор остаются и светофоры. Сегодня дорожные указатели не работают на многих участках города. И, например, на перекрестке Красноярский рабочий Чайковского сегодня это стало причиной мелкого ДТП. Больше всего люди негодуют из-за того, что из раза в раз огромные лужи появляются в одних и тех же местах. При этом на обращения жителей практически никто не реагирует. Например, вот сюда, в новый микрорайон на улице Истинской, не раз приезжали городские власти. Но при этом видно, что воды меньше не становится. И все это только видимые проблемы. Накануне вечером несколько районов были отключены от света. В Покровке электроэнергию вернули только сегодня. А вот Песчанка, возможно, останется без света на еще одну ночь. На улице Шумяцкого вечером на несколько часов отключали холодную воду. При этом большинство людей говорят, что коммунальщикам невозможно было дозвониться всю ночь. Тем временем, по словам синоптика, вся эта неделя будет пасмурной и дождливой. А значит, новых проблем не избежать. Захар Письменных, Евгений Майчев, новости ТВК.